Привет! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня мы будем распаковывать посылки. А где же они? Мы поколдуем. Говорите вместе со мной. Раз, два, три. Посылки появились! У-у-у! Вот мои посылочки. И давайте же их распаковывать. Давай начнем с этой. Давайте начнем с этой посылки. Ой, как мило, три колечка. Я не хочу, мне лень открывать стало, из-за этого я порезала. Это три кольца. Первое кольцо это листик. Листик просто. Сделан из страз и серебра. Настоящий. Второе это кольцо из тоже страз и золота и серебра. И настоящего. Извините, Алиэкспресс, я вас выдаю. Третье кольцо это такое кольцо серебряное. Вот. Здесь уже без страз, это листики просто. Эх, Алиэкспресс, сколько же вы к осени привыкли? Забудьте, у меня скоро день рождения. Чуть дней не скажу. Но у меня день рождения 23 ноября. Не забудьте меня поздравить. Я постараюсь для вас снять видео в мое день рождения. Давайте откроем следующую посылку. Это заколка, я уже знаю. Это такая заколка дерева. Не палатка тут случилась. Такая дерево тут неполное. Котик сейчас дерево чуть-чуть приботится, если я смогу приботиться. Ай! Такое золотое дерево, понимаете? Это оно деньги дает, золото дает. Если вы растите это дерево, богаты станете. Открываем следующую посылочку. Ой, да! Золото не важно. Так. Я говорю, золото не важно. И опять золото. Ой, я богата, скоро стану. О, тут алмаз зеленый. Золото. Это такой браслетик зайка. Тут как бы стразики, золотые бусины. Еще зеленый алмаз. О, все вместе. Вот я примерил браслет зайка. Золотой цепочкой. Лукоморье, дуб зеленый. Золотая цепь. На дубе дом, и днем, и ночью, кот ученый, заходит по цепи кругом. Это направо песни добудет, налево сказку говорит, там чудеса, там леший против. Русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках, где-то невидимых зверей, избушка там на курьих ножках, ты без окон, без зверей. Вот такой вот браслетик. Вот такой вот браслетик, зайка! Зайка, а я тебя съем. Не надо меня есть, говорит колобок. Очень много зайцев. И мой хвостик. Такой мягкий, пушистый. Давайте откроем следующую посылку. Можно сорваться от ожидания. Я везу. Еще одни наклейки на ногти. Не, ну я реально везун. Представляете, у меня там и Микки Маусики. И еще кто там. Еще у меня Том и Джерри. И еще у меня теперь и бабочки золотые, серебряные, с блестками. Ну, я вообще богатая. И золото, и серебро. Настоящие. И вам и золотое дерево могу бросить. И даже на ногти бабочек приклеить Том и Джерри и Микки Маусов, то есть Минни Маусов.
Улья богата. Улья богата. И откроем последнюю посылку. Опять золотом? Нет. Опять деньги? Нет. А что там? Бегемот. Я еще не знаю, был бегемот, правда. Ну, открывайся. Открыли посылку? А вот она, все. Я поняла, дядя. Ты надо мной посылка издевается. А это что такое? Апельсин, мандарин, эта штука. Разрезает. Вижу. Если меня не поздравите с днем рождения, то я вам кучу дизлайков поставлю. Ставь лайк. Подписывайся на мой канал, ты еще увидишь кучу интересных видео. Всем пока.